Дорогая мелочь, копеечные монеты можно продать за тысячи гривен. Некоторые из них даже не слишком старые, для коллекционеров настоящая находка. Все зависит от года выпуска и тиража. Какие копейки действительно ценны, расскажет Ольга Гуска. 50 гривен за копейку. На сайте коллекционеров мелочь в цене. Стоимость монет зависит от года выпуска и тиража на момент выхода. В интернете распространяется информация о двух копейках 1992 года. Якобы их всего 200 штук. И каждую можно продать за 2000 гривен, а если повезет, то и за все 10. Ищем раритет в кошельках. Є 2014-й. Теж 14. О, 8 є. Знайшовся. Я пыталась заниматься этим одно время. Монетки 92-го года, какие-то коллекционные гривны там 2001 или 2004 года. Ну, некоторые вообще пренебрегают мелочью и не забирают сдачу в магазине. Мол, от монет только карман тяжелеет. Від 25 копійок. А меньше? Не беру. Нашей съемочной группе удалось найти с полкило монет. С опытным нумизматом Владимиром пытаемся отыскать что-то заслуживающее внимания. Но легендарных двух копеек 92-го года нет. И неудивительно, говорит специалист, ведь официально две копейки в Украине чеканятся только с 96-го года. Штемпелів взагалі держава офіційно не робила. Ніяк. Для двух копеек 92-го року. Багато наробили штемпелів самостійно, які офіційно не признаються ніким. Однако действительно редкие экземпляры, за которыми охотятся коллекционеры среди украинской мелочи, все-таки есть. В профессиональных кругах за 5 копеек 94-го или 25 и 50 2003-го готовы выложить более 5000 гривен. А вот у любителей купят максимум за 500, уверяют нумизматы. Ольга Гуска, Валерий Рябченко. Специально для телеканала «Донбасс».